Привет! Криптовалюта, как и любое другое быстро развивающееся направление, стремительно движется к своей цели, не замечая, как накапливаются некоторые проблемы. Спустя время такие проблемы перерастают уже в значительные трудности, с которыми необходимо бороться. Для этого создаются специализированные проекты, где профессионалы своего дела ищут эффективный подход к поставленным задачам и выводят уровень заработка на новый уровень. Предлагаю вам вместе со мной рассмотреть новый проект под названием Libra, который имеет все условия, чтобы стать вашим спасителем. Libra – это платформа на основе блокчейн, целью которой является решение возникших проблем и улучшение бизнеса электронной коммерции. Основной уклон деятельности проекта сфокусирован на предприятиях, которым необходима своевременная помощь и стабильное развитие. Вместе с Libra любое начинание может обзавестись инвесторами и начать получать доход, а все пользователи смогут совершать быстрые транзакции в специально созданной безопасной среде. Главными инструментами платформы станет монета Libra и одноименный кошелек. В отличие от других компаний, Libra стремится поддерживать каждую часть бизнес-модели электронной коммерции. Она создает надежную среду для взаимодействия продавцов и пользователей. Руководствуясь простотой и оптимизацией, проекту удается добиться большого результата при минимально возможных затратах. Libra – начинающий игрок на большом крипторынке, но именно это дает ему возможность привнести в него новые решения для насущных проблем. Проект идеально подойдет для предприятий, которые еще не обзавелись инвесторами и имеют ощутимо низкую комиссию даже по сравнению с его аналогами. Проект уже приняли на международном уровне, а их стратегии получения дохода можно считать лучшей возможностью на данный момент. Низкая комиссия дает возможность снизить стоимость самого продукта и услуги, что безусловно на руку каждому пользователю. Проект работает прозрачно и надежно, в духе современных криптогигантов. Можно много говорить о преимуществах данного проекта, но достаточно взглянуть на их дорожную карту, как сразу приходит понимание продуманной стратегии Libra. Проект медленными, но уверенными шагами идет к поставленной цели. Все планы проекта зафиксированы вплоть до конца 2022 года. Уже в конце этого года мы станем свидетелями запуска собственного кошелька Libra и уникального способа оплаты с помощью QR-кода. Следующий год принесет нам запуск интернет-магазина и множество других интересных функций и возможностей. Скажем пару слов и о токене Libra Coin. Данный токен представляет собой надежную и стабильную валюту, которая является незаменимым средством во всей экосистеме. Получить ее можно разными способами, но именно сейчас у нас есть возможность получить ее по сниженной цене. Команда Libra рада объявить о запуске нового аирдропа, связанного с размещением на глобальной бирже. Проект выходит на новый уровень и уже 20 июля собирается провести листинг на бирже. Чтобы поучаствовать в airdrop, достаточно перейти по специальной ссылке и выполнить простые задачи. Ссылку вы можете найти в описании под видео. За выполнение обязательных заданий вознаграждение составит 30 LC, но также вы можете получить еще 20 LC, выполняя дополнительные задания. Задания весьма простые и каждый справится с ними. Не забудьте заполнить специальную форму после выполнения всех заданий. Подробнее об условиях проведения airdrop вы можете прочитать, перейдя по указанной ссылке. Будьте внимательны, чтобы получить вознаграждение, вам необходимо создать учетную запись в Libra Ecosystem в период проведения акции с 1 по 18 июля. Libra внимательно следит за своими социальными сетями и постоянно развивает их. Огромное внимание уделяется Facebook, где вы можете узнать все последние новости о проекте и о криптовалютном мире в целом. Также здесь размещена и новость о проводимом airdrop, так что пользователи этой сети уже давно в курсе об этом уникальном предложении. Libra – это успешная и быстро развивающаяся экосистема, которая постоянно радует своих пользователей выгодными предложениями и современными возможностями. В сочетании с активной маркетинговой деятельностью и обратной связью с пользователями, данный проект выходит на первое место в данном сегменте. Если вас заинтересовал данный проект, то вы можете ознакомиться с ним лично, перейдя на их официальный сайт, ссылка на который находится в описании под видео. Дорогие друзья, на этом наш обзор завершен. Как всегда, если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии. Также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорого!